Всем привет! Да, сегодня мы постреляли, потренировались. Хотели бы немножко рассказать о 3D, потому как многие до сих пор не знают, что такое 3D стрельба. В чем ее отличие вообще от обычной стрельбы? Обычная стрельба — это таргет, да, так называемый. Все известно, известно расстояние к мишени. У вас есть определенная погода, определенные условия. Солнце светит вам в одном направлении. Что касается 3D, здесь все абсолютно не так. Первое, это вы не знаете расстояние. Несмотря на то, что если вы в таргете выбиваете иксы, здесь, если у вас не развит глазомер, так сказать, то вы не сможете точно попадать, несмотря на то, что вы умеете хорошо стрелять. Это основное. Здесь правильно определять расстояние. Второе, это неудобное положение. Зачастую организаторы устанавливают мишени с каких-то ям, оврагов, пеньков и тому подобное. То есть приближенный вариант к охоте все. Поэтому это влияет очень сильно на стрелка. То есть не создается для стрелка каких-то одинаковых ровных условий. То есть на каждой мишени своя зона, своя местность, поэтому это нужно тоже все учитывать. Что касается таргета, да, вы идете только за стрелами, можно так сказать, да. Здесь вы постоянно ходите, ищете свою мишень. Ну, ищете, так сказано, условно, потому как есть указатели, по которым вы идете. То есть основное еще выносливость. Круг 3D — это как минимум 2 километра, это вам нужно пройти. Помимо того, что вы идете, еще вам нужно стрелять. То есть зачастую второй круг люди уже начинают, те, кто уставать, понятно, у них падают результаты. Ну, плюсы, конечно, очень большие. Плюс — это прежде всего общение с природой. Вы на природе, получаете удовольствие, идете по кругу, да, по расстановленным местам, ну, мишеням. И мишени зачастую стоят в природном, так сказать, да, виде, как будто это живые. Есть ощущение уединения какое-то, ну, с природой, что ли. Это что нам дает именно 3D. Ну, опять же, это умение определить расстояние, это очень важно здесь. Поэтому нужно тренировать и эти еще навыки. То есть стрельба сверху, стрельба снизу, не просто по ровной дистанции. Ну, 3D еще позволяет, очень большой плюс у 3D — это то, что участвуют сразу все луки, все типы луков, начиная от олимпийских, блочных, традиционных. Да, вот, кстати, в 3D по сравнению со стандартной таргет-стрельбой дивизион лука намного шире, чем в том же таргете. Здесь первый дивизион — это у нас тот же традиционный исторический лук. Дальше приближенный к нему класс — это класс традиционных лонгбоу луков. Класс инстинктив — это разборные луки, либо традиционные луки с использованием нетрадиционных стрел: карбон, алюминий, стекловолокно. Дальше стреляют олимпийский лук, стреляет класс баррэбол и стреляет блочный лук. Блочный лук также делится на два класса. Это класс охотник, также называется Unlimited у нас, и класс спортинг, где стреляет конкретно спортивный блочный лук. То есть очень много классов, которые... Классов намного, да, действительно больше, чем в фитастрельбе, вот именно в стрельбе таргет, где там только спортивный блочный лук и олимпийский лук. Ну, чем же все-таки, вот, Дим, такое отличие, да, вот как вот организатор? Задача организаторов какая получается? Самое главное в организации турнира — это правильно подобранный ландшафт. Вовремя нужно организаторам объехать ближайшие окружности и найти красивое место. Вы наблюдаете замечательную природу. Вот сейчас мы находимся в молодом ельнике. Здесь Днепр, здесь плавни.
песчаный берег, очень интересный ландшафт. И у нас есть возможность стрелять, как Андрей уже сказал, в разных направлениях, с разным горизонтом, с разными преградами. То ли это будет естественные водные преграды, то ли это будет насыпи и тому подобное. Многие спрашивают, как строится принцип установления мишеней. Организаторы берут на себя ответственность перед турниром собрать всех животных и пройтись по маршруту, расставить мишени в виде животных, максимально приближенных к их природным условиям. То есть гусь возле воды, например, кабан в камышах, белка на елке, елка в лесу. То есть найти безопасное место для стрел и мишеней. То есть желательно, чтобы стрела не улетала далеко, не зарывалась в траву и при этом не попадала в дерево, из-за чего можно потерять или сломать стрелу. Мишень расставляется всегда в произвольном виде. То есть есть определенная дистанция для размера животных. Допустим, маленькие максимум до 15 метров, средние в районе 20-25 метров, большие до 35 метров. Выставляются мишени, соответственно, по площади маршрута. То есть от одного номера до 18 будут стоять колышки. Колышки, соответственно, тоже стоят трех видов. Детский для традиционных луков и для спортивных луков. Для луков, у которых присутствует прицеливающее приспособление. На этом как бы и построены все соревнования. Набор очков по кругам, по киллзонам у животных. Идет группа, обычно из 5-6 человек, в которой находится главный, будем называть его арбитр, главный арбитр группы, который фиксирует попадание и записывает его в карточку. Карточки в конце турнира собираются, организаторы перепроверяют количество очков, и выявляется победитель. Да, ну, в принципе, как объяснять тем, кто лучше один раз, как говорится, увидеть, да, чем 100 раз услышать. Так что милости просим. 14 числа у нас будет мероприятие в Запорожье. Приезжайте к нам на турнир 3D в Запорожье, второй этап осенний. Милости просим. Да, ласкаво просим у места Запорожья. Мы будем на вас чекать. До побачення.